Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивую гусеничку необычным способом. Начинаем работу с двух воздушных петель. Выполняем. Раз, два. Далее выполняем накид. Обратите внимание, накид мы выполняем необычным способом. Если мы накид всегда выполняем вот таким образом, то здесь мы накид с вами наоборот выполняем обратный. То есть заводим крючок за рабочую нить и накид выполняем вот таким методом. Вводим крючок в воздушную петлю. Вытягиваем рабочую нить. И теперь провязываем петлю и далее провязываем по 2 петли. Выполнили работу, разворачиваем по часовой стрелке. После того, как работу развернули, опять выполняем накид, опять же тем же методом. Придерживаем. И здесь очень важно, обратите внимание, вводим крючок во вторую воздушную петлю. У нас с вами вот первая воздушная петелечка, в которую мы с вами вводили крючок, ее вот видно хорошо. И мы должны с вами найти вторую воздушную петлю. Она у нас вот. Если мы с вами вот так работу развернем, вот наша вторая воздушная петля. Мы вводим в нее крючок и вытягиваем рабочую нить. И провязываем точно так же. Сначала воздушную, а затем по 2 петли. Выполнили. Работу разворачиваем по часовой стрелке. Вновь выполняем накид, придерживаем и вводим крючок под 2 петли. Вот хорошо видно первая петелечка и вторая. Захватываемся за 2 петли, вытягиваем нашу нить рабочую и провязываем. Сначала выполняем воздушную, а затем по 2 петли провязываем на крючке, пока у нас с вами не останется одна петелечка. Вот таким образом. Опять работу разворачиваем, выполняем накид, придерживаем пальчиком, вводим крючок под 2 петли, и хорошо видно, вытягиваем рабочую нить, ее провязываем, а далее провязываем по 2 петли, пока у нас на крючке не останется одна петелечка. Вот таким образом. Вновь работу разворачиваем по часовой стрелке, выполняем накид, придерживаем, захватываем две нити, вытягиваем рабочую, провязываем и далее по 2 петли, пока на крючке не останется одна. Опять работу разворачиваем по часовой стрелке, захватываем рабочую нить, вот таким образом выполняем накид. Далее за две нити захватываемся, вытягиваем и провязываем. Опять работу разворачиваем по часовой стрелке. Накид, придерживаем, захватываем две нити, вытягиваем, провязываем сначала одну петлю, а затем по 2. Раз и два. Вот таким образом.
Вот уже хорошо видна наша гусеничка. Она у нас с вами такая плоская получается, но в то же время очень такая надежная. Опять работу разворачиваем. Накид придерживаем по 2 петли. Вытягиваем рабочую нить. Провязываем. И по 2 петли. И еще раз давайте повторим работу. Разворачиваем. По часовой стрелке придерживаем накид, обратите внимание, вот таким образом мы его выполняем. Под 2 петли вводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем и далее по 2 петли, пока на крючке не останется одна. Вот у нас такая плоская, в то же время, как я уже сказала, достаточно надежная, такая упругая получилась гусеничка. Давайте посмотрим. Она у нас одинаково смотрится как с одной стороны, так и с другой. Мы с вами сегодня научились вязать шнур гусеничка необычным способом. Давайте посмотрим, как он смотрится с одной и с другой стороны. Вот из более тонкой пряжи, вот хорошо видно, наш шнур смотрится немножечко по-другому. Но в то же время очень красиво и необычно. Творческих вам успехов!